В магазины Якутска сегодня поступили первые партии овощей, выращенных в круглогодичной теплице под Якутском. Как сообщили нам в магазине «Ильинэнерго», первую небольшую партию помидоров, несмотря на относительно высокую стоимость, 345 рублей за килограмм, уже раскупили. Сбор первого урожая в экспериментальном комплексе компании «Саюри» в селе Сырдах начался 21 декабря. Отметим, что это единственный в мире круглогодичный тепличный комплекс в районе Вечной Мерзлоты, где овощи выращивают по японской технологии. Да, действительно, сегодня поступали помидоры сырдахские по 345 рублей, всего 30 килограмм. И все за час раскупили, спрос очень хороший, люди спрашивают, и поступление ожидаем.